Доброго времени суток. Предлагаю к просмотру свеженький ролик. Только вот вернулся, записал. Арка-овчарка. Большая часть этого города, город Такома, штат Вашингтон, страна США, построена в Кие на праздник овчарка. Но прежде чем мы переместимся на съемку с дрона, хочу отметить, что съемка с дрона была сделана на сутки позже, то есть небольшой скосик вправо уже виден, и он должен быть. Но остается также под вопросом, а был ли этот ки построен на овчарку, либо же он все-таки был построен на, например, на бабье лето, потому что горные хребты, они немножечко задерживают визуальное появление солнышка у лица, улица. Да? Но в любом случае, Русь планетарная, и город построен культурой Руси. Вот вам и Америка. Вот она, арка-овчарка. А вот киёк со ступенчиками, какой красивый. Я думаю, утром действие тут было тоже великолепное. Но в это время я находился в соседнем кие с дрончиком. Поэтому передвигаемся в другую локацию. Я уже даже не помню, какая то была улица. А, ну, в принципе, можно вот посмотреть номер улиц. Когда большой выбор, тоже плохо. Видео в 4К качестве рассчитано для спокойного просмотра на большом экране телевизора. Приятного просмотра!
что, друзья, товарищи, вот такой вот видеоматериал получился. Как видите, скос великоват для суток. То есть я сделал видеосъемку на сутки позже. Этот геокей, вероятно, был задуман на бабье лето. Хотя, если со спутника глядеть, он на овчарку. Ну, в любом случае, интересно. Кто не в теме, ссылка на материал по культуре Руси будет под этим видео. Благ нашему роду. Пока-пока.